22 ноября Казанский федеральный университет в своих стенах принял делегацию из Федеративной Республики Германии. С рабочим визитом университет посетили представители Министерства культуры и науки Федеративной земли Северной Рейн-Вестфалия. Встречу проводил проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. Во время переговоров стороны затронули важную тему и обсудили перспективы развития стратегических академических единиц и перспективы развития Казанского федерального университета. Важно отметить, что гости были приятно удивлены количеством учащихся иностранцев в университете. Сейчас их число более 5000. А в конце встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Олег Ашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.